Давайте дружными аплодисментами поприветствуем. Педагогам школы номер 22, что согласились и привели своих замечательных воспитанников. Как вы думаете, что нас всех объединяет? Есть у вас вариант ответа? Русский язык. А еще что? В одной школе, в одной стране живем. Конечно же. Мы один народ и один единый народ, у которого есть свои ценности. При помощи языка люди передают свои мысли, желания, чувства. Все, что люди совершают в мире, совершается при помощи языка. Без него нельзя работать, немыслимо ни на шаг продвинуть вперед науку, технику, ремесла, искусство. Обычно первый язык, на котором учится говорить человек, это родной язык. Наша сегодняшняя викторина посвящена Международному дню родного языка. Директор Государственного казенного учреждения Екатерина Александровна Кузнецова, доцент кафедры русского языка Владимирского государственного университета, кандидат филологических наук. Ионова Марина Борисовна, главный библиотекарь отдела продвижения чтения и внешних связей Владимирской областной научной библиотеки. Именно эти очаровательные дамы будут сегодня следить за правильностью ответов и судить строго, но справедливо. Итак, команда Родиона Раскольников и команда побеждающая. Можно огласить результаты, кто у нас как? Победила команда Родион Раскольников с результатом 4000. А, команда! Всем спасибо большое за игру, вы показали себя очень такими активными, знающими, интересующимися и азартными. Я очень ценю эту игру, поэтому поздравляю всех с днем родного языка. Приходите к нам, потому что вот эту вот всю информацию можно найти в наших книгах. У нас есть целый отдел литературы на иностранных языках. Вот. И именно, как говорится, там есть книги, там можно найти по очень большому количеству языков, там буквально, да, даже по редким языкам. И можно даже прийти на курсы, если что. Очень благодарю, что сегодня вы к нам пришли под руководством ваших замечательных преподавателей. Конечно, победила дружба. Но дружба еще хорошо, когда дружба бывает награждена чем-то. Поэтому мы вас награждаем. И мы каждой команде вручаем вот по такой книжке. Ребята, да. Читайте, пожалуйста. И, конечно, результат команд мы награждаем дипломами. Ваши аплодисменты. Вы всегда желанные гости в этом домике. Давайте дружить, общаться и от всей души выражаем благодарность. Да.
советнику директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями школы номер 22 Скудной Марине Сергеевне. И также мы выражаем благодарность педагогу-организатору школы Алёне Куликову за рассмотрение. Любое ваше мероприятие мы с радостью принимаем, поэтому пишите. Мы всегда придем и больше не будем опаздывать.